и Бартель. Бартель. Умный гору в гору не пойдет, умный гору обойдет. Что там надо? Хмурые сморчки? Собрать хмурые сморчки. 2 штуки. 2 штуки хмурых. Нам не понравился приз. Так. Деньгами. И эти сморчки. О, сморчок. Хмурый. Больше похоже на поганку. 1 хмурый сморчок есть. Женись, парами-то, чё, всё. Ты ж так, всё. Здесь мрачно. Нет сморчков, нет сморчков, нет сморчков. Не видно. Да чего ж обидно. Ура! Хмурые сморчки собраны. времени я грех. Грех какой-то сидит. Да, мы здесь проходили. Теперь куда бы нам податься? Направо. А справа город. Одно хорошо. Что светло. Ночью здесь вообще хреново. Невозможно работать, потому что нигде не продаются факелы. Я сделал фонарик, 2 фонарика. Но они только для жилища. Предназначены. А как освещать путь, неизвестно. Особенно хреново в подземельях. Как-то здесь не продумано. Кто знает, где продаются факелы? Где? Кто? Вот. И мы не знаем. Так. Критический. Этот. Дамаг. Отходит. Критический урон. Так, что тут у нас? У нас в квартире газ. Видите? Ага. Мы не помещаемся на экране, не помещаемся. Почему так? Непонятно. Чё ж так хреново-то? Ваше изображение профиля и... О! О! Нет, всё нормально. Дёргается только что-то. Клип. Нашего дракончика угробили. Ужас. Не могу на это смотреть. Так. О, дорожное святилище. Гонзага дадут очки. Чего это? Опыта. Очки опыта дадут, если мы будем хорошо себя вести. Тетенька какая-то промелькнула. А где дорожное святилище? Ага, оно здесь. Нет, не здесь, здесь. Вот оно. А, 319 опыта. А может это 319 денежек? Как у нас денежки выглядят. Вот, золото. Опыт или денежки дают, непонятно, или то, и другое. Ладно, будем продолжать. Или можно сюда. Надеюсь, мы уже все открыли. Здесь открыли, здесь открыли, там не открыли, здесь не открыли. Пешочком лучше пройдемся. А, здесь не пройти. И там не пройти. А вы по какому вопросу, товарищи? Изучай карту. Здесь дружественные людишки. Можно, конечно, кому-нибудь продать чего-нибудь. Ты кто такой? Девушка. Солдаты повсюду, они превратили нашу святыню в лагерь рабов. Беги отсюда, пока можешь. Так. Мы героически ретировались. Чё ж так плохо-то всё? Не пройти, не проехать. Так. Опа. Ничего себе. Там все равно не пройти. Нагибаем. Костяной сад. Что это такое? Чудесно, я уж было подумал, что протопчу здесь вечность. Проклятые червяки только пустые черепа подбирают. Ладно, привяжи меня к поясу, и можем начинать. Нечего терять время. Чтобы он все время был рядом, потому что светится. Лучше, чем мой болтик. Так. О, дорожное святилище. На святилище серой трясины. Ура! Так, теперь... Брать сок, кореники, а помогут нам в этом крокодилы. Вот такие крокодильчики. С Монтереевым. Это сюда. Поговорить с Монтереевым. Ура! Ура! Мы все выполнили. Монтереев нам поможет. Конечно, можно переместиться, но... Может, сможем срезать путь? Нет, не сможем. Тогда пробежимся. Монтереевым. Дед Монтереев. Неизвестно. Угу. Монтереев. Сирена. Волосы. А вот Монтереев. Надо все сфоткать. Вот, сфоткаем сейчас. Ты работаешь с Жиларом? Не подходит. Он сказал, что пошлет кого-то крепкого, и ты вполне подходишь под описание. Надеюсь, Жилар не прогадал. Ты принес то, что мне нужно. Вот все нужные ингредиенты. Ничего себе, какой занимательный набор запахов. Отвратительно. Дай-ка я слегка все это перемешаю. Слегка перемешаешь? Ага. Чтобы легче было глотать. Держи. Считай, что готово. Отнеси это котлу и выпей залпом до дна. Ты хочешь, чтобы я это выпил? Конечно. Ты последний ингредиент. Выпей все, а через минуту выплюнь в мой котел. С остальным я разберусь сама. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Выпить противоядную смесь. Пустошить желудок в котел. Фу, какие гадости. Поговорить с Жиларом. С Жиларом. Со мной все будет в порядке. Он-то, похоже, на езду верхом. На акуле. Во время урагана. Не так ли? Немного кружится голова, слегка тошнит. Радуешься, что жив. И, возможно, подумаешь еще об одном глотке. Скажи Жилару, что противоядие скоро будет готово. Как только я отфильтрую комки. Со мной все будет в порядке? Да, конечно, когда прополощешь рот, твои зубы будут чистыми, как никогда. Правда, дыхание все еще сможет убить вала за 10 шагов. Но это пройдет через день или около того. Зачем мне нужно было это пить? Все это часть процесса. Добавление твоих соков в смесь поможет реагентам раствориться. Я пыталась воспроизвести этот эффект лабораторно, но в итоге все сворачивается, и партия идет коту под хвост. Иногда традиционные методы лучшие. Вакцину от ковида готовят. А ты не могла бы это сделать самостоятельно? У нее не такое крепкое здоровье, как у нас. Конечно, мне это уже даже почти нравится. Но если будешь делать это больше раза в день, получишь язву. Пить яд с дырой во внутренностях не самая лучшая идея, так что я не откажусь от запасного желудка, если ты решишь повторить это завтра. Буду иметь в виду. Что имею говорить, то и в виду. Тик, вот такая девушка. Котик наш ей идет. Так. Освещение здесь неудачное. А скоро совсем стемнеет. Так. И что делать? Понятно. Здорово. Ну, алло. Использовать медальон, ковен. Нет, это не то. Не то. А где то? Непонятно. Там надо поговорить. Где эта штука? Как? А, так, где она? Что это? Что это? Ну вот. Клавиатура разрядилась. Делать капот. Конец истории. Где же девушка? Разобрать. Так. Это человечек какой-то. Совсем темно становится. Развитие и удобство. звуковой восстанавливающий посох. Где здесь эти самые факелы? А девушка пропала. Нет, о. Так. Скажи Жилару, что противоядие скоро будет готово. Жилару. Поговорить с Жилару. А где этот Жилар? Неизвестно. Завершить бой на поле сражения. Убежище. Охота за противоядием. Поговорить с Жиларом. Где нет топлива. Клет на карте. Ой. Как же нам туда попасть? Другой способ, не такой дорогой. Но все равно не на что денежки тратить. Дом нам не купить. Такие деньги. О-о-о. Нет, можно какой-нибудь. У нас и так есть комната в гостинице. Комната в гостинице есть у нас и так. Монтереев уже готовит твое противоядие, а ты мог бы и предупредить о том, что меня ждет. Меньше знаешь, крепче спишь, зато у нас теперь есть противоядие. Вот твоя плата, включая надбавку за неразглашение нашей производственной тайны. Как всегда, я благодарен тебе за помощь. Контейнер. Награда за ежедневный контракт коллекционеров Сиродила. Ежедневный. Привязывается при подборе. Награда от общества коллекционеров Сиродила за выполнение ежедневного контракта в Тинитопе. Золото. Помощник коллекционеров Сиродила. оптимистично эмоций, мы заканчиваем эфир. До новых встреч в эфире. Очень интересно. Нет, не подходит. Не подходит. А жаль. 6.